пеликанов. Царство пеликанов тут. Это же их привычная среда обитания, да? Вода. Да, конечно. Тут и рыба есть, так что они могут, помимо того, что Леокадия приносит, еще и сами могут поохотиться. Но правда тут такая глубина, несколько метров, что рыбкам есть где спрятаться. Ну, да. Даже таких слон помещается. Ныряльщиков, как пеликаны. Да. Там вон и лодка. Пеликанам красота. Блин, смотри, обезьянки. Еще обезьянки. А вон здесь их соседи обезьянки. Смотри, они отдыхают там. Просто обалдеть. Ну почему ты не можешь видеть-то? Тени спрятались и сидят. Где? Сюда, встань. Обезьянок и то разморила жара. Да, да. Видишь? Нет. Сейчас давай. Но подурачиться не против. Не, они меня... Нет! Я тебе только покажу обезьянок. Вот они. Ай! Чего, обожглась? Аккуратно. А тот вон присел, как на лавочке. Ой. Семечки ему только. Физиологию изучает. У обезьянок энергии много. Им и жара нипочем. Смотрите внизу обезьянки, Алина. Внизу она. Смотри внизу обезьянки. Тут обезьянки могут спуститься и к пруду. Там и травка, и можно им попить. Не знаю, насколько какие они купальщики. Но все возможности имеются. Тайганское водохранилище. Совсем такой вид бледный имеет.